Больше всего нравится в гостинице Ялта Интурист. Бассейн. Бассейн. А что бы вы хотели, может быть, в будущем увидеть в гостинице Ялта Интурист? Ну вот положительные сдвиги, то, что в этом году дорожки натянули, чего раньше не было. Это очень здорово, потому что народ начинает, даже тот, который не плавал или поплавал бы там 5 минут, сейчас плавает часами. Вот это классно. Хотел бы, наверное, чтобы тумбочку хотя бы одну поставили или две, чтобы можно было, потому что и много очень приезжают людей, которые умеют плавать, чтобы они прыгали, тренировались. Ну, наверное, спа-центр. Хорошо, скажите, что бы вы пожелали гостинице Ялта Интурист на будущее? Ну так держать, наверное, потому что очень здорово, что начинаются сдвиги большие.